Комплекс досуга и отдыха у озера называется Панорама. Такое современное строение. Красивая лестница, ухоженная территория. Большая парковка. Даже с навесами. Вот здесь много зданий. Такие уютные рекреации. Между ними отдельные домики, где можно отдохнуть компанией. Вот двор, заезд. Такой комплекс в парке. Парк культуры и отдыха. Как раз впереди дорожка, которая ведет к ресторану «Бочка». Здесь очень много злачных заведений. Летом, наверное, роятся люди. А сейчас туман, тишина и спокойствие. Комплекс «Панорама».